Вчера в программе «Время» мы показывали начало этой крупнейшей в мировой практике транспортной операции. Из Петрозаводского производственного объединения имени Ленина на специально построенный причал Онежского озера была доставлена самая крупная в СССР ректификационная колонна. Этот аппарат предназначен для производства горючего. Весит он 730 тонн, а длина его 90 метров. Такой сверхгабаритный груз надо переправить почти через всю страну в Сибирь на Тобольский нефтехимический комплекс. 10 колонн поставят петрозаводские машиностроители нефтехимикам Тобольска. Первые две из них вчера были спущены на воду. А сегодня, соединенные в плот, они уже движутся по маршруту Онежское озеро, река Свирь, Ладожское озеро, Нева, Ленинград. Этот 500-километровый отрезок пути груз проведут на буксире речники Беломорско-Онежского и Северо-Западного пароходств. Самый ответственный момент в пути – проходка двух свирских шлюзов. В Ленинграде колонны возьмет на борт специальное судно, которое доставит их северными морями на реку Тобол.